Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды, и у нас турнир закончился. Ну что, забираем с тобой награды. Сюрикены, так, Леонардо ролевой, по-моему, мы его сегодня сможем прокачать. И 75 платиновых осколков. Так, открываем бесплатно с тобой пак. Нам здесь выпадает 5 бакинских. Так, задания у нас все выполнены. Еще, как говорится, не успели откатиться. Осколки я эти набивать не буду. Так, смотри. На турнирной арене у нас разыгрывается Микеланджело. Но я не помню, он у нас вроде бы как прокачан. Ох, ё-моё. Я совсем забыл, что сегодня у нас неделя повышения ранга. Ничего себе, время летит. Я серьезно говорю, я забыл, ребята. Я думал, что мы с тобой сможем перевести Леонардо в новый ранг, а получается, что да. Все, вот Леонардо ролевой, у нас даже хватает мутагена. Ну что же, пятая звезда, ребята, и у него открывается щит-бумеранг. Лео бросает щит, поражая врага. Вероятность 25% вызвать оглушение на один ход. Вот так вот. А кого же мы с тобой тогда по рангу-то поднимем, а? Многие в свое время говорили поднять Лису в платиновый ранг. Кто-то даже предлагал Пиццелийцев, насколько я помню. Слушай, у нас тут выбор офигенный. Я, ребята, сделаю такой вывод, что нам нужны массовые, да, атаки. Поэтому я склоняюсь либо к Донателло ролевому, потому что у него и массовая атака есть, плюс он хиллер. Скорее всего, наверное, мы будем апать его. Рафаэль тоже, кстати, имеет массовую атаку. Так, а кто еще у нас из массовиков тут есть? Ха-ха-ха. А из Так, Микеланджело, кстати, он нам не нужен, потому что он может, в принципе, прокачаться уже в платиновый ранг. Крысиный король, так, лиса имеет у нас массовые атаки. Ну и змея-край. Все-таки, наверное, я Донателло. Донателло ролевой, ребята. Вы уж извините, но почему-то мне именно его хочется прокачать. Так, подожди, какой обменять? Поднять ранг. А, мутагена не хватает. Ну, мутаген мы с тобой набьем. Да кто там сверлякает, уже достал. Серьезно говорю, как вот начинаешь делать что-то, всякая падаль начинает сверлить. Так, ну что, поехали. Турнир... А, подожди, турнирная арена. Давай-ка мы посмотрим, что у нас по испытаниям еще будет. Ярость Рафа. Но здесь нам нужен вот этот Рафаэль. И, по-моему, космический, да, Рафаэль? Или я могу, конечно, ошибаться. Вот оно, борцы с преступностью. Точно, вот здесь Пит, здесь Роквелл. Здесь у нас Кожеголовый и Слэш. Это отлично. Плюс у нас Черепашья Буря и Кланфуд. Вот это событие вообще топовое, будем его фармить. Ну что, а мы приступаем к турнирной арене, друзья мои. Так, давайте-ка мы начнем 11-11, как всегда, по стандарту. Вот у нас было тут только что, но я... Все, нашел замену, быстро себе. Ну что, тут 19-й, я смотрю, и 18-й ранги, а у нас 45-й. То есть мы уже заранее с тобой на позитиве. И нам здесь никто не помешает. Ну что, поехали. Голубок наш бомбит. Дальше делает вот так вот. И Рокстеди уничтожает Карайку. Все прекрасно, двигаемся дальше. Ну что, сегодня попробуем, наверное, попасть в лигу Сёгунов 3 звезды. Вот интересно, получится у нас или нет в бой. В принципе, получится, потому что у нас очень много откатов. Если мы это захотим, мы с тобой с полточка это сделаем. Но я имею в виду без откатов. Так, давай-ка мы, наверное, раз, два, три. Эх, Донателло, сегодня ты перейдешь в платиновый ранг. Это очень, кстати, знаешь, неожиданно, что персонаж, который недавно только получил пятую звезду золотую, да, сразу же практически переходит в платиновый ранг. Обычно у меня герои ждут чуть ли не 2-3 месяца, и то не факт, что очередь до них дойдет. А тут, ну, я серьезно говорю, делаю поправку на то, что он массовик. Массовая атака, плюс не забывай, что он может повесить постепенный урон, что немаловажно. Плюс он хиллер, это тоже очень круто. И, насколько я помню, он сделать может баф именно на защиту бойцов. То есть он такой довольно универсальный персонаж. Будем надеяться, что мы его не зря прокачаем. Хотя, можно было бы и Рафаэля Космос. У него тоже неплохой массовый удар есть. Но у него нет хила. А у этого Дони есть хил.
Ну, как мы знаем, все Донателло именно по атаке не очень сильны. Но по защите они довольно хороши. В общем, не будем гадать, мы с тобой возьмем, а дальше уже будет видно, насколько он хорош, насколько он плох. Тут, как говорится, сейчас воздух сотрясать это не для нас. Так, ну что, 12-14, я вижу, здесь у нас есть. Ну, давай тогда мы... Так, секундочку. Раз, два, три, четыре, окей. Ну что, погнали. Погнали бедных из трущоб, я бы так это сказал. Бедные вот они стоят на заднем плане. Давай, Рафаэль. Давай, родной. Ты дичь. Сразу троих ушатали. Нормуль. Так, а этот Рафаэль у нас, хоть он и пещерный какой-то, да, он в то же время любит рок-группы, потому что он такой, типа, знаешь, с томагавком, как будто у него электрогитара. Наяривает там, будь здоров. Так, мы с тобой уже в элите две звезды. 12-14. А дадите мне 13-15? Скорее всего, вряд ли. Нет, дают. Представляешь, они дают мне 13-15. То есть они сами заинтересованы, да, в том, чтобы я очень-очень быстро бустился. Я не против, нисколечко. Но давай, поехали. Ну, вначале бомбочку для затравочки мы сделаем. Хотя она очень мало нанесет урона, так как она не прокачана. Плюс пощечина. Плюс вот так вот сделаем. И кофемашина. Донателло взрывает ее. И... Да ладно. Бакстер, ты че? Как ты, интересно, умудрился выжить-то здесь? После массовой-то атаки. Интересно. Ну да ладно, двигаемся дальше. И здесь, как ты видишь, мы стопорнулись. Мы не перешли с тобой на элиту 3 звезды, хотя обычно проходим. То есть где-то мы с тобой притормозились. Что-то меня это не радует. Будем честны. Раз, два, три, 4-5. Ну, у нас 54 уровень, он потихоньку-потихоньку нас догоняет. У него уже 34-35 уровни на подходе. Так что нам нужно ускоряться. Да ладно, ты еще и не добил Мундагека этого несчастного. Ну-ка. Щух. Да ну, что за фигня? Давай. А, у нас у Дони не прокачан этот удар, так что бесполезно. Хотя, этого достаточно было, чтобы разнести их в пух и прах. Я думал, что они бегут участи Армагеддона. Ну что, мы с тобой переходим на элиту 3 звезды, 34 ранг. То есть, сёгуны, самураи, да, конечно же, самураи нас уже ждут, манят к себе, так сказать. Я просто хочу посмотреть, дадут мне 13-16, вот. Я думал, дадут 14-16, но нет, 13 все-таки, 16. Окей, раз, два, 3-4-5. Пока эта команда справляется. 54-55 уровень против 35-х. Более-менее, как бы еще, ну, могут разрулить ситуацию. Что нам, в принципе, на руку. Давай, поехали. Слабо. Там даже написали слабо. Бросай гранату. Тоже слабо, но, по крайней мере, урон многим нанесли. Такой еще крутой отодвинул свой бластер. Вот этот класс, мне нравится этот, как анимация этого сделана, удара. Ну, Донни, давай. Твою ж налево. Ну, по крайней мере, у них пониженная атака. Так что не стоит переживать. Они с пониженной атакой вообще нам ничего не сделали. Минус Роквелл и минус Рафаэль. Все, ребята. Ну что, переходим с тобой дальше. Мутаген, естественно, к нам текет просто рекой. И мы с тобой, ать, уже в самураях. 62-я позиция. Четенько. 13-16. Вот, смотри-ка, смотри, 14-17 дают сразу же, с лету, с первой попытки. Но уровень-то, посмотри, уже 42-й, а у нас с тобой 53-й. Ладно, я надеюсь, у нас с тобой получится здесь разрулить эту ситуацию. Поехали. Вызываем дурачков из другого измерения. И они выжили. Так, а если мы бросим с тобой баллончик? Ага, Майки упал. Теперь, я думаю, наверное, надо вот так вот сделать. Бакстера Стокмана потом. Давай, наверное, вот так сделаем. Не очень хорошо. А если крик? Ага. Он просто замедляет, он урон не наносит. Вот оно что. Но, тем не менее, он берет провокацию, и это круто. Фиг они нас пробьют. Мы с тобой вот так вот. Минус Лео. Минус Бибоп.
и минус еще один бибо. Все, ребята, великолепно. Двигаемся дальше. Я надеюсь, вас не очень сильно вот этот вот звук сверления соседей смущает, потому что меня раздражает, если честно. Ну что, самурай 2 звезды, 95-я позиция. Плохо, что 95-я, потому что нам, наверное, придется за 2 хода здесь с тобой пробиваться. И смотрим, дадут ли нам 14. О, 14-18. Шикарно. Ну что, давай, 1, 2, 3, 4, 5. 55 уровень. Как ты думаешь, против 42-х мы с тобой здесь сможем выиграть без проблем? Без потерь, я главное, вот что я имею в виду. Не знаю, начнем с массовых. Окей. Теперь двойную атаку. Опа, еще раз. Опа, и не ушатал. И не убил ты этого Ваньку. Майки, красавчик, добил. Так, Рафик, давай, наверное, бросим бейсбольную биту. Какая это бейсбольная бита? Это бита с шипами, я бы сказал, они бейсбольные. О, так они нам урона-то практически не наносят. Тьфу ты, а я тут переживал. Минус Донателло. Так, нейтрализатор живет и здравствует пока. Но это недолго. Водяной пистолет. Отлично. И попробуем так вот. На тебе. Майки. Майки жесткий парень. Выдержал. Ха, он такой с удара. А мы ему... Получи, распишись. Он все равно еще живой. Ну на тогда тебе стрелу. Все. Только после этого он упал. Роксиди, подтяни штаны, у тебя хвост виден. Ну что, с 95-й позиции где-то будет 40-я, наверное, да? 45-я. Окей. 14-18 есть. Есть такое дело, поэтому... Тю-тю-тю. Раз, два, три. 4-5. Так, ну что же, неплохо. Давай, наверное, дебаф. Да, мы сделаем с тобой дебаф для начала. Понизим им защиту, кому-то даже атаку. Таком, как Кирби. Еще вот так вот сделаем. Опачки. Так, они что-то все на хана переключились. Ну-ка, давай. Тыдич. Солидно, теперь крик. Угу, и остается один. Давай его сосисками. Сосисками отдубасили, короче, мы этого Рокстеди. Ну что, двигаемся дальше. Перейдем, должны по идее, да? Да, ребята, самурай 3 звезды, 84 место. И здесь я попробую вытянуть 15-19. Скорее всего, не выйдет такой фокус, да? 14-18 это максимальный предел, который они мне пока могут позволить. Ну, что я сделаю? С ними не поспоришь, ребята. Обычно не сразу дают. Тут ролить так долго не надо. Видишь, дают 14-18, все. Ладно, фиг с ним, соглашаюсь с их решением. И тут у нас 55-й, 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 56-й и 50. Сейчас возьмем 60-й. Вот так вот будет эффективнее. Потому что вдруг что-то пойдет не по плану. А я этого очень сильно не люблю. И для этого нейтрализатор, в принципе, нам и зайдет. Так, повышаем атаку нашим бойцам. Всем. Леонардо, давай-ка так вот бросим с тобой этого клан-футовца. Так, еще клан-футовец такой посмотрел, типа, зачем, куда меня бросаете? Ну, в принципе, очень даже круто получилось. Да, ребята, нейтрализатор, конечно, здесь зарешал со своего гранатомета. Плюс под усилением атаки. Тут он вообще великолепно провел комбинацию. Но, к сожалению, мы с тобой в сёгуны пока не попадаем. А вот после этого поединка уже, да, в сёгунах будем, как говорится, как в родном бассейне. 49-й, слушай, они уже, кстати, нас догоняют. Уже у него полтиннички пошли, поэтому я, наверное, с вашего позволения возьму Ванюшу на перестраховку, 90 уровень. Кто-то писал в комментариях: Рэй, почему ты в каких-то там боях врагам не поддаешься? У меня сразу такой вопрос, а зачем мне поддаваться врагу? Что-то я вот это вот как-то вот немножко не понял вопроса. Типа, неинтересно смотреть, как ты все время выигрываешь. А тебе будет интереснее смотреть, когда я буду все время проигрывать или что? Я вот не пойму. Мы с тобой играем для чего? Для того, чтобы выигрывать и становиться круче, а не для того, чтобы становиться хуже. Мне кажется, любой человек стремится стать лучше, показать, как лучше сделать, как лучше провести какую-то определенную атаку, комбинацию, кем лучше провести ее. Вот, мне кажется, в чем суть. А не в том, чтобы я поддавался им этот, и сдавался, и проигрывал. Как-то вот, не знаю, ребят, вот такие вот комментарии порой встречаются мне.
И кто-то пишет: Рэй никогда не читает комментарии. Ребята, я всегда читаю комментарии. Я не всегда на них отвечаю, но я всегда их все читаю. Так что по поводу этого не надо там писать всякую ерунду, что я просто типа лайкаю, но не читаю. Это все чушь собачья. Так, ну что, давай возьмем с тобой Паукуса, наверное, и Донателло. Вот так вот я возьму 60 уровней, плюс вот этих двух 58-х, и Бакстер Муха 60-ник. Но опять же, без прокачанного хила. Ну, Ванька, да, здесь, конечно, немножко меня раздражает. И нейтрализатор. Так, а этот без контратаки. В принципе, тогда все хорошо. Надо было, конечно, Кирби, наверное, валить. Почему Кирби? Потому что он может хильнуть команду. Да ёк, Макарёк, он, скорее всего, так и сделал. Так, этот снимает дебафы. А этот охламон, да-да-да, он не упустит момента, чтобы хильнуть. Вот и все. И вот теперь у нас начинаются проблемы, потому что они бафаются. У них здоровье практически целиковое. И мы с тобой тогда берем провокацию на нашего Донателло. Плюс делаем удар по земле. Ага, Майки отдуплился, это круто. Главное, чтобы Донателло мой выжил. Его тут бедного всего расстреливает. Ну-ка. Тыч, минус Кирби. Если что, хильнуться мы с тобой успеем. Нам надо с тобой... Ага, все-таки имеет контратаку. Ну-ка. Спрыжка его. Есть. Сплинтер рассыпался. Теперь кувалду бросим. Молот, кувалда. Так, слизью. На тебе. И плевок кислотный. Тыч. Так, минус броня. Эть. Муха такая из-под тишка подошла своей клешней. На. Ну, главное, добила Ванька. Так, ну что, мы с тобой идем дальше. И у нас позиция 41. 41. Так, 15-20 уже дают. Раз, два. Уже, кстати, 60. О, все, ребят, мы дошли до 70-х. А это говорит только об одном, что вражина допрыгался. Тут он уже нас не переплюнет, а мы его будем, естественно, распетрушивать только в лед. Естественно, два семидесятника сейчас бомбанут. Тут вообще ничего не осталось у них практически. Минус Крис Брэдфорд. И... Да, и минус Рокстеди. Все четенько. Ну что же, а мы бежим с тобой дальше. Перейдем? Перейдем. Лига Сёгунов, 2 звезды, 96-я позиция. Солидный у нас буст получается, я тебе уже сразу говорю. Я уже вижу, что очень хорошо у нас получается все. Можно даже немножечко откатов потратить, если понадобится. Так, ну что с этими охламонами будем делать? Массовые, да? Конечно, массовые атаки, в первую очередь. Давай, Шредер, запускай своих ребят-кланфутовцев. Плюс, минус Крис Брэдфорд. Тыч! Рубанул его солидно. Ты пробьешь этих? Нет, не пробьешь, потому что у них атака, как говорится, пониженная для этого. Ну, давай тогда снизим им. Ага, только одному получилось. Ну, тогда добивка, фиг ли тут делать. Пумс. И ребятушки рассыпались. Один там в чернильницу, в чернильную лужу, да, превратился, куда-то там под землю пропитался, а другой просто упал. И 55-я позиция у нас. Дайте мне 16-21. Пожалуйста. Ну, пожалуйста, но... Не хотят. Не хотят они мне давать, ну, в принципе, я могу их понять. Мы и так с собой очень круто бежим. Я бы даже сказал, бежи вперед паровоза. Ладно, фиг с ним. Уже все, ребята, 80 уровень. Что он будет здесь против нас делать? Ничего. Он даже не пришел на границу 60-х. Он еще до сих пор в 55-х там копошится. То есть, ты понимаешь, да, это просто тотальное будет уничтожение сейчас. Вот увидишь. Просто на один зубок. О, Донателло. Ну, я уже говорил, что Донателло имеет такую довольно сильную защиту, поэтому он и погибает в самую последнюю очередь. Смотрим. Так, с 55 места мы с тобой перемещаемся на 15. Ну, то есть Лига Сёгунов 3 звезды нами покорена. А вот и 16-21. То, что я так долго хотел получить, я получил. Так, и вот так вот. И у нас остается еще на один поединок. Ну, придется 3 отката сделать, чтобы полноценная была команда. Ну что, поехали. Майки против Майки. А теперь вот так вот Усаги выходит на тропу войны. Вжухивает. И все, в принципе.
Давай вот так вот сделаем. Нам терять уже нечего. А ты заметил, когда кролики погибают, они разлетаются в разные стороны? Как фейерверк, кто куда. И да, да-да-да-да, Лига Сегунов 3 звезды нами покорена. Но у нас, я говорю, еще есть один поединок. Правда, с откатами придется его делать. Вот таким вот образом. И вроде бы все, все отыграны, все ништяк. Поехали. Так, ну что, лысые хламоны здесь стоят. Мы, наверное, сейчас... Давай просто, наверное, так вот, опа, ударчик сделаем. Плюс. Этого достаточно будет. Супер Шреддер всех уложит. Почти всех. Но Армагону пришлось, ребята, выпендриться. Он все-таки показывает свой статус нужности в этой команде. Как бы, типа, без меня вы не обойдетесь. Да, я докушу. Ну вот и 37-я позиция. То есть буквально чуть-чуть нам не хватило, чтобы перейти в Лигу Мастеров. Но я к этому не стремлюсь, пока мы все это успеем, друзья мои. Ну а теперь переходим в наш список. Находим Донателло. Где же ты? Вот он. И прокачиваем его в платиновый ранг. Друзья мои, у него магический щит. Дон бьет по земле посохом, создавая мощный щит, оберегающий союзников. Улучшает защиту союзников на 50% в течение двух ходов. У 15% союзников появляется броня. Опа, ты понял? Вот так вот. И это еще только на первой ступени, а их всего 7. Слушай, это же круто. Ну вот смотри, у него пассивка. А что у него за пассивка? Священный купальный халат. Передавался магами из поколения в поколение. Защищает в бою, усиливается на 5%. Так, защита, да, усиливается на 5%. Плюс вот этот вот пылающий огненный шар. Это, ребята, массовая атака. Вот хил. И вот у него магические стрелы. То есть он довольно универсальный боец. И я думаю, что вы меня поддержите в моем выборе. Так. И вроде бы на сегодня пока все. Завтра мы уже с тобой что пойдем делать? Ну, арена-то, понятное дело. А пойдем, наверное, борцы с преступностью. Или я сегодня вечером попробую их пройти отдельно. Посмотрим. А ярость Рафа. Вот этот Рафаэль. Рафаэль Видение. Он у меня прокачан или нет? Вот единственный вопрос, который у меня тут остался. А, Рафаэль Видение. Не могу тебе точно сказать. Сейчас посмотрим. Нет, ребята, он не прокачанный. Поэтому хорошо. Нам в любом случае придется это событие проходить. Хотя бы только ради него. Так, а Рафаэль Космос, по-моему, прокачанный. А Рафаэль Космос, по-моему, имеет у нас 3 звезды. Так, это Донни. А Рафаэль Космос. Так, это у нас Донателло Космос. Да, Рафаэль Космос. То есть, а получается, только лишь один Рафаэль Видение нам здесь понадобится. Ну что, друзья мои, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!